друзья! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. Сегодня я пробую шампунь для жирных волос, потому что у меня очень сильно жирнится голова. Посмотрите, как проходит один день, и у меня волосы опять сальные. Пробуем шампунь от компании Nelle International. Смотрите, как он открывается. Вот так. Ух ты! Вот. И сейчас мы будем пробовать. Так, вот такого он цвета. Очень сильно пенится. Пахнет приятно. Шампунь хорошо пенится. У меня очень густые волосы, и поэтому у меня шампуни очень быстро расходуются. Помыла волосы два раза. Первый раз, ну, он достаточно концентрированный. Первый раз не очень хорошо мылился, потому что у меня волосы очень жирные. Второй раз намылила прям совсем-совсем чуть-чуть. Ну, бальзамом я пользуюсь, обязательно приобрету бальзамы этой же фирмы, потому что волосы у меня крашеные, перекрашенные, эмилированные, поэтому жесткие, я пользуюсь бальзамом. Вот, аж скрипят. Волосы очень чистые, пойду сушиться и расчесываться. Всем пока!